Видите, какие у нас ветра? Бассейны улетают с балкона. А у меня как-то с балкона, не с балкона, а с террасы, с крыши, улетел таз, такой здоровый, огромный. Стул чуть не улетел, шкаф чуть не улетел. Причесун какой. Это я к тому, что многие говорят в комментариях, что почему я на террасе у себя на крыше не посажу какие-нибудь там растения или еще что-то. Там все улетает. Там все улетает зимой. У нас такие ветра. Вот. А летом там такая жара под 60 градусов. Там ничего не растет. Поэтому бесполезно. Не смотрите, что я укулюченная. На улице очень тепло. Но я не люблю, когда у меня ветер дует и на шею. Потому что, видите, у меня вот эту вот жилетку я не снимаю. Она такая удобная. Я не помню, поздоровалась я с вами. Доброе время суток. Идем гулять. Вот ветер, и я не люблю, когда шея наружу обдувает ее. А так вообще очень тепло. Вот, ну, 22 градуса где-то, потому что ветер не ледяной. Я сейчас с Чарли погуляю и зайду в русский. У меня гречка закончилась, манка. Я очень люблю манную кашу, но очень редко ее ем. Но должна быть, как говорится, в моем реквизите, скажем так. Ну, еще что-нибудь прихвачу. Может, зефирчика куплю. Обожаю зефир. Потому что там новый завоз был. И, в общем, посмотрю, что почем. Хоккей с мячом. В парк сейчас зайду, посмотрю. Видите, какой ураганище. У кого какая зима? У нас вот такая вот. Ветроганная. Видите, стулья падают. Что творится? Ох, что творится? Блин, ну а это, смотрите, ни фильтров, ничего. Это вот просто это кино какое-то. Красота вообще. Белен. Как это называется? Вертеп, по-моему. Где-то я вот тут слышала. Смотрите. Красиво. Думала, много всего купила. В принципе, 25 евро потратила. Не хухры-мухры. Вот. Купила манку. Она у нас 2 евро. Гречка 3,40. 3,95 этот шиповник. В компот добавлять буду. Вообще компотов много купила. Я люблю компоты. Вот, полезно вроде бы. 3,80. Вот такой набор я уже брала. Хороший. И вот девочка сказала, что разбирают вот этот вот. 3,30. Смотрите, почти одинаковый вес. Просто это поменьше. Вот, и взяла такой же домашний компот. 6 сырков. И мой любимый зефир. 4,50. Коробка такая большая. Я просто обожаю же зефир. Поэтому... с ароматом ванили. 750 грамм. Вот такие вот у меня покупочки из русского. Чучи-мучи. Сегодня у нас 10-е. Где оно есть? Или 9-е сегодня? Какое сегодня число-то? А вот. Такого он уже ел. На. Вот так вот. Сама ты его ешь, да? Ну, сейчас поломаю, тогда поест. Ему надо маленькими кусочками. Неженка моя. Сегодня что-то совсем жарко на улице. Я надела вот этот вот костюм, а в нем так жарко. Хотела еще сверху жилетку напялить, но я вышла на балкон. И лето летнее. В общем, я сейчас иду. Хочу пледик купить. У нас на кресло, который плед, он... все время сползает, он маленький. И вот хочу прям побольше купить. Я хотела на него чехол купить, но так он как бы из кожзама, то с чехол это будет весь летать, и с ним еще больше придется, как это, возиться, чем с пледом. Я сегодня вообще уже две машинки постирала с пледами. Вот. И сейчас вот хочу купить такой большой, прям 2×2, наверное, какой-нибудь. Видите, какое солнце. Ветер стих, и все жарище прям несусветное. Как здесь говорят, Диа де Плая, пляжный день.
прогуляюсь по магазинам. Что-то вчера с Чарли проходила мимо магазинов. И так мне желание возникло зайти в какой-нибудь. Но с собакой сильно не походишь. А, и у меня еще я была загружена с продуктами с русского. Поэтому вот сейчас пойду прямо прошвырнусь немножечко. Ой, прям ветерок дует, так прям хорошо, знаете. Вот так тебе декабрь. Ну ничего, ничего, придет. И холод, мы сегодня опять газ купили на всякие пожарные, чтобы было. У меня все открыто дома. У меня же очки есть, а что я мучусь-то? Чтобы для утепления, обогревания купила. Ой, включила у себя дома. А где очки? Я же их брала. В общем, пойдемте по магазинам. Небольшие мои покупочки. Вот в Лидл заехала. Сейчас вам расскажу. Все расскажу, все покажу. Так, ополаскиватель взяла. Вот такой. 1,69 рубль стоит. Рейбуш 1,99 рубль. Иногда ночью хочется что-нибудь. И вот в Лидле очень, кстати, классные вот такие вот чаи всякие. Советую. Картошка. Картошка стоила 4,79, но по купону 1,20 рубль скинули. Там 5 килограмм. Вот. Так что я специально туда поехала. 6,09 порошок. Мне его надолго хватает. Мне такой нравится. Так. 1,49 рубль стоят вот такие салфетки. Пыль вытирать. Они дезинфицируют и все на свете. В общем, пылюку вытирать удобно. Очень достал и все. 79 копеек стоят вот такие вафельки с туроном. У меня их уже знаете сколько? Штук 6, наверное. Но это новогодние, предновогодние, рождественские, как говорится, вкусняшки. Они потом пропадут, но они очень вкусные, эти вафли. Так, 2,79. Что такое 2,79? Какая-то мака. Что же это такое сейчас? Это вот макароны. Макаруны. 2,79. На 1,22 рубль вытянули помидоры. Вот такие вот. Груши называется. Потом, ага, до 15 числа творожок вот такой с малиной, очень вкусный, кстати. До 15 его слопаю, он стоил 99 копеек, а минус 30 копеек вот вычли. 58 копеек стоят огурчики, вот такие вот малюсенькие с пупырщиками. 2 килограмма лука, 1,65 рубль. 1,49 рубль вот такой вот стоит малиновое варенье. Сколько же вот это стоит? Я вот это, наверное, прозевала. Рубль с чем-то. Это типа, знаете, казинаки. Тоже вкусняшка. И гадость взяла, фанту. Вот такую, 27 копеек. Без сахара. Иногда нравится. В другом магазине для Чарли купила вот такие вот. Он любит вкусняшки. Это для собак, у которых аппетит не ахти. Вот у меня Чарли тоже не ахти. Питается. А по центру ходила, шаталась и нашла вот такую сумочку для телефона. Он там как и это мягенькие такие за десяточку. Вы знаете, очень удобно. Что-то как-то низко, да? Куда-то вы да, низко смотрите. Вот. Повесил вот так на... И пошел. Потому что иногда для телефона просто сумку брать, ну как-то не резон. У меня есть такой один, но он маленький. А тут и кошелек. И все дела, смотрите, видите, можно что-то положить, какие-то документы. Или там в банк я частенько хожу, да? У меня делается зажарочка, и я сейчас буду глупцы себе делать. Я сходила уже машину попропылесосила, она у меня тут рядом внизу стоит. Мне как раз надо было за продуктами пойти, потому что я сегодня без тележки уехала. И думаю, дай-ка я пропылесошу, раз уж сумка тут прям перед дверью стоит. И заодно Чарли прогуляется, пробздится. Вот, так что мы пробздились. Зачем мне солнце? Монако. Ладно, буду готовить и разбирать. У нас сегодня настоящее лето вообще, представляете? Наверное, на пляже все градусов 28. Там вон люди купаются, загорают вообще.
прикол. Да, моя рыба шлятка, гулять пришли на море. Ветер наконец-то стих, и можно погулять вот так вот. Классно. А где же моя любовь тут отдыхает? Ой, кто это у нас тут? Это кто у нас такой просыпается? Это кто у нас такой вылупляется? Привет! Храпулечка моя! Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красавица? Да, счастье мое! Проснулся, да? Утренний променад у нас тут. Пойду взглянуть, наверное, туда уже. Там морюшка, как обычно. Вот. И я заказала, тут на днях подруга пишет, где ты берешь патчи? Я вот в Примор пошла, там нету их, не привезли или еще что-то. Надо, наверное, на Амазоне заказать. Какой-то вертолет, самолет летит. И у меня как раз тоже закончились патчи. Думаю, надо, правда, на Амазоне заказать. В общем, заказала, сегодня должны были привезти. Сидела дома. Погода такая классная, замечательная, летняя. Думаю, что буду сидеть? Пускай мне это оставит опять где-нибудь там около двери или еще где посылку, если приедет. И правда, только приехала на пляж, звонит. Я привез посылку, никого дома нет. Всегда так. Сидишь, ждешь, никого нет. Стоит выйти из дома, сразу все свершается. Короче, он мне там оставил. Говорит, соседки, а мне уже соседку-то неудобно ее тревожить, да? Скажет, каждую неделю у меня посылки оставляет. Вот, и, в общем, сейчас погуляем. Ты, говорит, недолго, а то это, ну, спереть могут или еще что. Ну, не думаю. Вот, поэтому сейчас вот прогуляемся по пляжику. Поедем домой за патчами. А, мне, нам еще это... Дочка мужа тоже позвонила. Еще какой-то они там подарок купили. Вот, надо заехать забрать. О, выдают. Какой еще там подарок? Сейчас посмотрим. Что там они нам приобрели. Yes. Вот такое одеялко нам подарили. Мягонькое. Розовенькое, большое. А вот мои патчи пришли. Сейчас открывается легко. Распаковка, чек. Вот такие патчи. Сейчас попробую. Они против всего. Чтобы глаза не опухали, чтобы там все на свете, чтобы было красивое и вообще. Вот так. Смотрю сериал «По ту сторону смерти». Играю с Чарли. И прыгаю на шарики. Я улетаю на большом воздушном шаре. Вот. И знаете, что? Сижу такая, смотрю на обогреватель. А сегодня опять такой же день прекрасный, все открыто. Ну вот я в одной футболке сижу и смотрю на этот обогреватель. И вспоминаю, что я прошлым летом, не этим, а прошлым летом купила вентилятор такой вот. Было что-то несколько дней жары, я купила вентилятор и пользовалась им буквально один день. И вот он второй или даже уже третий год стоит без этого. Ну, я им не пользуюсь. Смотрю на этот обогреватель, думаю, как бы это... Он тоже не присоединился к вентилятору. Потому что какой-то нереально, ну, видите, я как сижу дома, и вообще даже не жарко, не холодно, комфортная температура, 24 градуса, что на улице, что дома, на крыше там вообще, наверное, все 40, вот я успела и позагорать, и все, и вот думаю, блин, как бы его не это, вот будет стоять он у нас в сторонке, но нет, наверное, придет все-таки какой-то холод, сегодня, в этом году зима не зима, я вот, фотографии у меня вылезли, в прошлом году уже было много снега в горах, а в этом году его вообще нифига нету. Ну, странности. Это как это называется? Климатическое потепление или как там? Ладно, друзья, я буду заканчивать влог на этом. Вот. Вот так и играем. Желаю вам самого наилучшего и встретимся с вами в следующем влоге. Всем пока-пока!